В предыдущей серии. Сначала Рэй отхватил пулю, выронив оружие. Гусеница заагрилась на шершне. Рэй тем временем потерял сознание от боли. В общем, ситуация крайне неприятная. Получается, что я сам себя перехитрил. Позже агрим гусеницу уже по-нормальному. Заманиваем в киллбокс и будем пытаться убивать ее вдвоем. Прерывать операцию мне не хотелось, хотя весомых причин для этого не было. Коза немного задержала жнеца, после началась перестрелка, к которой не вовремя подключился сорвавшийся Рэй. Привет, бобры! С вами, как всегда, Славасел, и сегодня мы продолжим наше эпичное выживание на двух колониях. Я прошу вас не пугаться. Реймонд лежит без сознания всего лишь из-за переохлаждения. С ней все нормально. Хотя тяжело так говорить после того, как на ее голову чуть было не упал жнец. Но это все события предыдущей серии. Сейчас ситуация как никогда отличная. Мы уже начали ваять статуи в обеих колониях, и по крайней мере в районе Рэй они получаются очень даже неплохими. Однако в двух поселениях остро чувствуется нехватка компонентов. В районе мы еще можем добывать их из дальних скал, а вот в Утесе ситуация более печальная. Но я не унываю. И в скором времени буду строить там верстаки для сбора этих самых компонентов. Я даже и не замечал ранее, но Рэй уже явно бывалый колонист. У него почти не осталось целых конечностей, и при этом еще и раздроблена челюсть. Я как-то не учел это, и из-за всех этих увечий Рэй отключился всего при 30% гипотермии. Я сразу же отправил Реймонд на его спасение, но не заметил, что она также отключилась. В итоге мне теперь нужно спасать двоих, и я как-то уже опустил ручки и решил, что эта серия без смертей не обойдется. Рэй все же никудышный колонист, и пускай его судьбу решит случай. Я мог бы поставить для него спальное место в теплице, но этот колонист всегда был лишь боксерской грушей для Реймонд. Давно пора было от него избавиться. Хотя его отсутствие добавит немного грусти, и к тому же он был неплохим строителем. Это в скором времени может мне аукнуться. Хотя на самом-то деле из-за всех увечий он был достаточно медленным и частенько ошибался при строительстве. В Утесе случается бзет. Это событие меня отвлекло на время. Я засмотрелся на тушение пожара, и в это время Реймонд в очередной раз отключилась из-за гипотермии. Она хоть и такая же калеченная, как и покойный Рэй, но все же слишком дорога моему сердцу. С ней я пережил многое и в горе, и в радости. К тому же она не может ничего, кроме переноски, уборки и чистки чего-либо лица. А для этих занятий конечности не слишком-то и нужны. Разве что она обезображена и потому имеет плохую репутацию в колонии, а еще ее внешний вид плохо влияет на шанс вербовки заключенных. Однако при вербовке шершня ей это не особо помешало. Хотя, если подумать, то там была немного другая история, но да ладно. Рэя я решил не скармливать собакам, хотя такая мысль пролетала в моей голове. Все же он пробыл с нами немало времени и за этот срок заслужил достойных похорон. Ну а далее я решил избавиться от научных столов в столовой и на их месте построить верстаки для сбора компонентов. Как минимум, после подобных изменений столовая будет выглядеть поприятней. Иногда хочется какой-то эстетики без кривых комнат и недостроенных углов. Немного радости для глаза. Но, конечно же, главное это производство компонентов. И тут у нас некоторые проблемы. Верстаки есть, а ремесленников, способных собирать компоненты, нету. И как решить эту дилемму, я не знаю. Тут два варианта. Либо совершить миграцию колонистов, либо обучить уже имеющихся в Утесе жителей. Так что позже я усиленно буду производить пласталевые шлемы и одежду из шкур и ткани. Ну а еще я наконец придумал решение проблемы с отсутствием медблока. Отдельных медицинских кроватей у нас не будет. Лечить колонистов мы будем в их комнатах, а в коридоре неподалеку будет склад с аптечками.
Далее вскрылась проблема, появившаяся после смерти Рея. Я теперь не могу высаживать дьявола-нитник, а еще деревья мешают росту риса на гидропониках. Короче, с этим мне придется как-то справляться. Хороших квалифицированных специалистов нам сильно не хватает. Ни медиков, ни ремесленников, ни нормальных садоводов у нас нет. Хорошо, хоть скульптуры получаются неплохого качества. Нападений уже давненько не было. Видимо, Кася снова накапливает силы для очередного ряда нападений. К слову, то место с киллбоксом какое-то зачарованное. Хаски гуляют возле столовой и уже начинают голодать, хотя на складе еще остались трупы врагов. Это место явно какое-то ненормальное, как какой-то бермудский треугольник. Никто в упор не видит то, что там находится. Мне даже принудительно пришлось отправить всех собак внутрь комнаты с трупами, только для того, чтобы они поели. Ну и наконец, на следующий день после этого в район приходят бешеные варги. Я очень надеюсь на то, что они пойдут в киллбокс, но естественно этого не происходит, и мне приходится как-то подталкивать их к этому действию. У меня получается направить их, однако я не слишком-то и обрадовался подобному успеху. Ситуация стала слишком опасной. Всех колонистов я вынужден уводить, но зато мы ранили большинство варгов и часть убили. Теперь мне не придется ждать, пока они уснут или покинут поселение. Мы справимся с ними гораздо раньше, после того, как подлечим раны и когда самые калеченные из животных умрут от кровотечения. К слову, происходит это достаточно быстро, и остается всего один способный сражаться зверь. Далее я наконец начинаю строительство второй комнаты с гидропоникой. Эта часть утеса уже давно простаивает без дела, пора бы уже занять ее полезными постройками. Хотя сами гидропоники мы не сможем построить. У нас на данный момент практически нет компонентов, и к тому же данная постройка требует большого количества электроэнергии. Надо будет расширять область с ветряками и солнечными панелями, либо добавить еще одно место с ветряками. Ну а зима тем временем миновала, и мы каким-то чудом сумели создать легендарную скульптуру. Кстати, очень странно, что за нападением на район не последовало нападение на утес. Кася ломает систему. После случается бзет, и для того, чтобы спасти наши грибы, я строю костер в теплице. Благо, один раз мы уже собрали урожай сосенок, и небольшой запас древесины у нас есть. Ну а позже в утесе падает обломок корабля, а в районе мы спасаем беженца. Лишние люди нам точно не помешают, учитывая всю сложность ситуации, связанной с нехваткой профессионалов. Естественно, ловушки до сих пор не перезаряжены, но для такого киллбокса аборигены не самый сильный враг. В основном за счет грамотного фокуса мы прям впритык справляемся с недругами, не получив ни единицы урона. Одного из аборигенов я решил попробовать завербовать, а другой, убегающий, нашел мою мину, и я уже и сам забыл о ее существовании. А жаль, я мог бы ее разобрать, получив дополнительный компонент, хотя не факт, что он бы выпал при разборе. После сражения упали два грузовых контейнера в двух колониях, и в одном из них были так необходимые мне лекарственные корни. Позже мимо района пролетел оптовик. Это первый орбитальный торговец в этой колонии за все время. У него мы сразу же скупили все компоненты, которые сейчас в дефиците, продали всю ткань, одежду, пластали каменные блоки и купили 200 древесины. Хотя в конце я все же решил скупить только 10 компонентов. Все же скупать все немного затратно. В этой колонии нам такое количество будет сложно потратить. К тому же мы выкопали далеко не все компоненты с поверхности. А в глубине гор, возможно, есть и еще более массивные залежи этого ресурса. Помещение для гидропоник в утесе мы уже достроили, а вот в районе более печальные известия. Заключенному не хватило совсем немного иммунитета, и он погиб от заражения. Как я и говорил, для новой теплицы нам понадобится больше электричества, потому рядом с ней я строю ветряки и солнечные панели. Оставлять это пространство для других комнат я не планирую. В принципе, в утесе борьбы есть все, что нужно для жизни, разве что я бы увеличил количество жилых
комнат до 12, так скажем, с запасом. Ведь максимум в RimWorld можно завербовать 20 колонистов, как раз по десятке на каждую из колоний, а запас нужен для каких-то временных гостей, либо для постоянных колонистов. Все же этот лимит хоть и сложно, но вполне реально преодолеть. А тем временем наш козлофермер уже практически прокачал свой скилл до десятки. Для того, чтобы ускорить его обучение и как можно скорее возобновить посадки дьявола-нитника, я буду назначать ему выращивание разных культур в теплице. Он будет каждый раз срезать старые растения и высаживать новые, а после наконец обучится и начнет сажать грибочки. Также я решил разобрать стальные двери и на их месте построить более быстрые, деревянные. Ну а после, теперь уже в утес, прилетел оптовый торговец. Я уже давно хотел продать ему поднадоевших мне коров. Они приносят мало пользы, лишь поедают мою пасту, которую, ко всему прочему, еще и нужно постоянно готовить, раз в пару дней. Ради этого я даже отвел всех коров и быков в область склада с маяком, но оптовик все равно не стал их покупать. Потому по стандарту продаем ему все не особо нужное и скупаем все компоненты. Больше мне в принципе ничего и не надо от него. С рядовыми ресурсами у нас уже давно нет таких проблем, какие были раньше. На складе лежит почти 1000 стали и такое же количество древесины, а каменные блоки я надеюсь, что в скором времени смогу переправлять из района. На нашего бедного щеночка совершили нападение. Его съела голодная рысь. Спасти его мы уже не успеваем, а вот отомстить просто обязаны. Шершень и миссия стали в позицию и запросто застрелили это кровожадное животное. Кстати, о кровожадности. От коров я уже давно хотел избавиться, и сейчас как раз подходящий для этого момент, ведь продать их у меня не получилось. Всех пускаем на мясо и кожу для новых брюк, а позже падает и второй обломок, но теперь в районе. В этот раз мне везет не так сильно, как раньше, и обломок приземляется вдали от коробки смерти. Оба обломка я начинаю застраивать, готовясь к их уничтожению, но достроить оборону я не успеваю, и на меня нападают пираты. Дополнительная еда для собачек точно лишней не будет. Перед тем, как пираты начнут штурм, я успел дважды выстрелить по ним из минометов, а после, как обычно, отправил всех внутрь киллбокса принимать захватчиков. Бой удался на славу, и пираты принесли мне множество ценных предметов – оружие, аптечки и персональные щиты. Я не знаю почему, но уже давно получается так, что серии чередуются в плане хардкорности событий. И как вы поняли, дальше нападений будет в разы больше. А также нам предстоит уничтожить два обломка в двух колониях. Так что, до скорых встреч!